Большое представление для ребят из Каменецкого районного социально-педагогического центра подготовили брестские правоохранители. Подобные благотворительные акции для них дело традиционное. Уже не один год воспитанники этого учреждения с удовольствием приезжают в областной центр и уезжают только с хорошими эмоциями. Еще бы, новогодняя сказка в общественно-культурном центре всегда выполнена в лучших театральных традициях. Увлекательный сюжет, зажигательные выступления артистов и, конечно же, яркие декорации. Чтобы новогоднее настроение, новогодний праздник пришел как можно в больше семей, в том числе и тех семей, у которых дети призваны находящиеся в социально опасном положении. Кроме того, сотрудники управления внутренних дел Московского, Ленинского, РОВД города Бреста посетят сегодня в течение дня детей, проживающих на территории города Бреста, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Но, наверное, одним из самых приятных и долгожданных моментов для мальчиков и девочек стало вручение сладких подарков. Малыши с особым трепетом встречали новогоднего сказочника и рассказывали ему заготовленное заранее стихотворение. Бэтмен по небу летает, с Новым годом поздравляет. Не болеть и не чихать, а под елочка плясать. Очень красивое, красочное представление. Детям очень понравилось. Огромное спасибо всем, кто организовывает эту акцию. Детям очень нужна ваша помощь, поддержка. И это помогает им поверить в сказку, действительно. В новогодние праздники не остались без внимания правоохранители и юные подопечные брещане. Для них автомобиль с символичным номером 2017 привез сувениры прямо домой.